Всем привет, с вами Видео Хайп, и сегодня мы играем в BeamNG Drive, и у нас новый мод, это КамАЗ, он прям вышел пару дней назад. Вы представляете, BeamNG Drive, КамАЗ, я сначала даже перепутала с Ивекой, но блин, это КамАЗ просто, вот смотрите, вот поворотнички, вот все просто есть, идеальный мод. То есть прямо подсветка работает, смотрите, да, то есть он крутится, вообще крутой мод. Давайте тронемся. Также трясется просто. Ну, КамАЗ, смотрите, он весь трясется. Ну, так и должно быть, в принципе, это вам германские скамьи всякие. Да. Европейские. Что они хорошие? И специально, естественно, КамАЗ это русский производитель, поэтому я выбрал, естественно, у меня есть мод на русскую карту, поэтому, в принципе, да, КамАЗ только сих на руки вообще нет. Давайте газ в пол, погнали на КамАЗ. Давайте дрифтом. Оп, супер. Ну, ребята, серьезно, я дрифтовал на КамАЗе. Не, ну реально, уже за упорах тоже дрифтует. Не, ну реально, мы тут разговариваем, давайте посмотрим, как он, что будет, если на нем врезаться. Ну, так, легонечко прям. Стоп, стоп, это что за серьезно? Я ни разу тут не был. Не серьезно, честно. Первый раз уже в этом месяце слышу. Хотя на этой карте уже месяц два игра. Ну, конечно. Не, ну повреждение вообще хорошее, да. Там, ну, то есть это хорошо. Что проработано. Вот, блин, просто круто. Вообще, обязательно. Давно ждал мода на фуру. Вот. Ну, есть мод на скане. Ну, блин, КамАЗ. Ну, до того тоже есть мод на КамАЗ. Вот. Ребят, кстати, если вы хотите, то я могу оставить ссылочку, да, кстати, я оставлю ссылку на мотор, вот, под видео. Вот так тогда, блин, ну прям дрифтчик, давайте сейчас, ставим просто ссылку дрифтчик на видео. Не управляю, вот, смотрите, вот так вот я делаю. Ну, без разницы. Вот. Что такое? Я уворачиваю на круга. Я не поворачиваю. Раз, два, три, четыре. Ну, вообще. Смотрится. По крайней мере, рисован. Ну, ладно, ребят, ставьте лайки, пишите комментарии. Опять же, ссылочка на этот мод в описании. Всем пока.